Вот эти сетки, ребята, это какой-то ужас. Если бы она была хорошо привязана, то я бы, наверное, распрощался бы со своей блесной. А так я ее выволок. У тебя ножика нету там, Андрей? Видали, что творят? А там, бачишь, слизи что-то. Что-то, наверное, тыкалось. Вот такое сеточку нашел. Браконьеры. Хреновые. Извиняюсь. Так, ребята, зацепил свою блесну за экран. Вот это по кругу обошел озеро. И сейчас я его где-то должен найти. В этих джунглях. Я хорошо вышел. Вот она. Веревочкой, лесочкой привязана. Так, что? Лезу спасать блесну. Заодно с браконьером. О, завалился. Капец. Не уйти под воду. Вот это да. Вот она. Палочка. Вот моя блесна. Вертушечка. Да. Я с той стороны рвал. Ну и как-то ее оборвал. Да. У меня все шикарно запуталось. Сейчас мы ее отрежем. Все, блесенка спасена. Этого гада надо сюда закинуть. Боремся с браконьерством. Ага. Так, еще выбраться отсюда. Тут какие-то бобры наделали какие-то норы. О, все, выбрался. Фух, вот она. Моя уловистая вертушечка. Все, сейчас пойду в другое место.